Ребята, всем привет! С вами Сергей Калиниченко. И сегодня выпуск о 5 моих любимых упражнениях на тренировках по армрестлингу. Поддержите мой канал, подпишитесь на него, ставьте лайки, комментируйте. Приятного просмотра! Первое упражнение – это ролл с лямкой. Это самодельная ручка, и я думаю, вам несложно будет такую сделать. Берем просто пластмассовую трубку и пропиливаем ее с обеих сторон. Берем любой ремень, и все готово. Очень хорошо прорабатывает кисть и пальцы. Имитирует борьбу соперника под верх с проваленной натяжкой. Подходит для тренировки верха и крюка. Второе упражнение – это пронация с верхнего блока, используя полотенце. Целенаправленно тренирует пронатор и очень хорошо развивает цепкость пальца. Необычно ложится на ладонь и имитирует большой палец соперника. В этом и есть преимущество упражнения. После использования этого упражнения в течение месяца я ощутил хороший прогресс в борьбе. И теперь использую это упражнение на каждой подготовке. Третье упражнение – это пронация с поясом кимоно. Особенность этого упражнения в том, что оно распределяет нагрузку на середину ладони и сгибатель кисти, тем самым имитируя руку соперника. Плюс хорошо нагружает луч, так как с таким захватом можно брать больше веса. Основная задача – это правильный захват пояса и работа с верхнего блока с имитацией борьбы верхом. Четвертое упражнение я называю натяжка-стяжка. Очень эффективное в стартовом положении, так как стянет руку соперника на вашу половину, раскроет ему угол и провалит его натяжку. Также оно является моим основным упражнением для тренировки под борьбу верхом. Основная задача – удерживать угол максимально согнутым, а кисть в натяжении. Пятое упражнение – это скручивание ролла через лямку. Одно из самых эффективных упражнений для тренировки кисти и наработки своей техники борьбы. Рекомендую использовать всем армрестлерам, так как, на мое мнение, это одно из лучших упражнений для рукоборца. Скручивание должно быть как можно быстрее, а возврат в исходное положение как можно медленнее. Это положительно скажется на вашей борьбе. Ребята, вот 5 моих любимых упражнений, которые я использую на постоянной основе круглый год. Уже вокруг них у меня выстраивается сама тренировочная программа. Я надеюсь, некоторые упражнения вы возьмете себе на вооружение и будете использовать их в своих тренировках. Не забываем подписываться на мой канал, задаем мне вопросы, я постараюсь по возможности вам ответить. Всего вам наилучшего, пока. До новых встреч!